Пульсник, пояс для фиксации дополнительно, обязательно воду. Ну и, конечно же, специальную коляску для тенниса. Елена Серкульская еще не пропустила ни одной тренировки. Очередное занятие на корте – повод доказать себе и другим. Коляска – не приговор. Профессионал по прыжкам в воду и после тяжелой травмы не смогла отказаться от спорта. Побольше мячей, быстрее возвращаться в исходное. Ну а как вы хотели? Единственное послабление – игра в два отскока. В остальном правила абсолютно такие же, как и в большом теннисе. Именно поэтому теннис на колясках – один из самых распространенных видов спорта для людей с ограниченными возможностями. Двигаться надо быстро и точно. Для меня прием вообще самое сложное. Я долгое время его не могла освоить, потому что не могла рассчитать траекторию полета. Потому что если ты уже едешь, то тебе очень сложно как-то изменить уже ту траекторию. Впрочем, Елена уже нашла способ превратить лимон в лимонад. Чтобы мячики не мешали на коляске, сумочку неудобно, здесь тоже нигде ее не положишь. А вот тут в колесах достаточно комфортно и доставать их. Самое главное, что я вижу в ребятах желание работать. У них может не получаться, они могут злиться, кто-то может плакать прямо на тренировке, как у всех других. Но я знаю, что они очень хотят. В теннисе, как и в любом спорте, самое важное – желание достичь цели, подтверждают профессионалы. Я очень рад и горд за тех людей, которые решились этим всем заняться и попробовать популяризовать в Беларуси этот вид спорта. Именно колясочников. С технической стороны, на самом деле, я не представляю, насколько это сложно. Впрочем, на этом корте техника игры не главное. Когда становлюсь на корт, вот только вот в этот момент я чувствую, что я в коляске. Дальше уже мне кажется, что я на ногах, и мне абсолютно я не думаю, как ехать, да, я думаю, что я бегу. Вот от этого у меня такая эйфория, что когда я играю в теннис, я вообще забываю, что я в коляске. Пока в школе тенниса на колясках играют не на результат. Куда важнее доказать себе, что нет ничего невозможного, а там и до Паралимпийских игр рукой подать. Мария Тройнич, Александр Автухов. Наши новости. ОНТ.